В век стремительного технологического прогресса удержаться на рынке кабельного телевидения невероятно сложно, особенно небольшим компаниям, работающим в регионах. Одно из условий этого – своевременное внедрение новых разработок фирм-производителей оборудования. Ознакомиться с ними кабельные операторы Молдовы могли в ходе технического семинара, который прошел в рамках Международного форума эфирного и кабельного телевидения. Его организаторами стали Патрональная ассоциация телерадиовещателей и компания Digimax. Гостями нашего мероприятия были компании-производители оборудования из Германии, а также производители из Америки, Польши. Каждый год, приезжая в Молдову, они привозят с собой и презентуют новое оборудование, новые возможности. Технические семинары для предпринимателей, занимающихся деятельностью в сфере телекоммуникации, проходят в Молдове уже пятый год подряд. Инициатором их проведения стала немецкая компания «Astra Strobel». Мы проводим техническую секцию, и очень приятно видеть старые знакомые лица, но также очень много новых сотрудников, новых коллег. И, в принципе, мы приложили все усилия, чтобы за год, за тот год, который у нас не было в Молдове, мы привезли как можно больше новинок. Это нам удалось, и мы считаем, что мы справились с поставленной целью. Как отметили участники семинара, подобные мероприятия крайне важны как для производителей оборудования, так и для его потенциальных пользователей. Если кто хочет успешно быть на рынке и продавать, это обязательно надо устраивать семинары хотя бы минимум раз в год. Это интересно как производителям, потому что они получают фидбэк, вопросы прямо на живом рынке, так и для установщиков, и для дистрибьюторов, которые знакомятся с новинками, и тем самым быстрее происходит попадание товаров на рынки потенциальных покупателей. Самое, наверное, важное, что я для себя подчеркнул, это то, что технологии идут вперед. Надо успевать для того, чтобы в составе той конкуренции, которая есть в Республике Молдова, всегда надо быть, скажем так, в поле зрения всех новшеств, для того, чтобы все это внедрять и получать, скажем так, новую форму вещания, ну, а абоненты, соответственно, новую форму приема программы. Организаторы второго международного форума эфирного и кабельного телевидения, в который со временем перерос технический семинар, намерены сделать это мероприятие в Молдове традиционным.